мы едем дальше по соленому озеру под Новым. Дорога тянется вдаль, а впереди угадываются горы. Да не просто угадываются, они видны. Все очень реально. Впереди. Сбоку они давно видны. У нас будет джип номер 3. 7 человек. Сначала мы пойдем через старого разрушенного оставленного города Шибика. Люди переехали жить вниз. Когда из того города не обращайте уже внимания, это маленький населенный пункт, конечно. Он просто вот принято у нас говорит город просто. А то если вот ты скажешь, ты живешь в населенном пункте в деревне, он обидится. Ну живешь в городе, и все. Две разницы. Значит, разрушим. Поднимаемся немножко, остановимся на панораму. Будет виден старый этот город, виден новый город, будет видно. Чего, Михаил, чего? Заканчивается здесь.